не поддается подсчету, сколько раз за год на дорогах региона рядовые водители сталкиваются с неадекватным поведением за рулем. Очередная подборка нарушений прямо сейчас. Зимой, когда на улице поздно расцветает и рано темнеет, хочется поспать подольше. И в этом нет ничего криминального, пока человек в таком состоянии не выезжает на дорогу. Как на первом видео, чем руководствовался водитель легковушки, когда выскочил со второстепенной на главную, неизвестно. Автору ролика, чтобы уйти от столкновения, пришлось выехать навстречу. И хорошо, что там никого в тот момент не было. Догадайся, что называется сам, куда я собираюсь повернуть. Такая позиция у следующего водителя. Без поворотника и не сбавляя скорость, он хотел зайти в поворот, но чуть не стал причиной столкновения с владельцем регистратора. Не лишним будет напомнить, что на скользкой дороге тормозной путь длиннее. Повезло сейчас, но не факт, что так будет и дальше. Смотреть по сторонам забывают и пешеходы. Женщина переходила дорогу по зебре, но внезапно преодоление проезжей части для нее закончилось столкновением с трамваем. Как можно было не заметить едущий габаритный электротранспорт – загадка. Если и вы стали очевидцем неадекватного поведения за рулем, присылайте нам свои видео. Самые интересные покажем в эфире.